К зиме готовы не все. Привлечь квалифицированных специалистов – это на сегодняшний день дорогое удовольствие. В Гордуме предложили сократить количество управляющих компаний. Асфальтобетон против снега. Когда погода тяжелая, то есть у нас хорошие проливы, смеси держат температуру. Когда закончат строительство развязки на Мельникайте Федюнинского. Правильная работа на сплочение. Ошибка пионерии во многом была, что чересчур много коллективизма. Все больше юных тюменцев присоединяются к российскому движению школьников. Фигурное катание на новый уровень. Лед прекрасный. Тренера вообще люди знающие, любящие свою работу. В Тюмени сегодня началось открытое первенство. Какие шансы у наших спортсменов? Подробнее об этом и не только. Смотрите сегодня в 18 часов на канале «Тюменское время», а также в 19:30 на РЕН-ТВ.